значит, которая, значит... Эта хрупкая, на первый взгляд, женщина 30 лет прослужила в полиции. Весной сотрудника тюбинского ДВД Галию Султанова уволили. Женщина утверждает, что это месть начальства за отказ фальсифицировать статистику по раскрываемости. Кроме того, она публично обвинила коллег в убийствах и изнасилованиях. Галия хотела рассказать об этом главе администрации президента, но тело абонента Карима Масимова вне зоны доступа. А наши обращения просто до него не доходят. В этом и вся проблема. Что даже меня на прием к Масимову не допустили. Это о чем говорит? Это говорит о том, что настолько, как говорится, бюрократия сильна. И я считаю, что это тоже один из моментов проявления коррупции. Тогда Галия Султанова обратилась с иском в суд к администрации президента. Сначала районный суд столицы в рассмотрении иска отказал. Женщина пошла выше, городской суд, и одержала маленькую победу. Столичный суд вернул дело в районы, чтобы тот разобрался по существу. Мы эти иски подаем не для того, чтобы мы уже на что-то рассчитываем. Мы просто чисто, чтобы исполнить законодательно свой гражданский долг. У предпринимателя Александра Маслия супербогатый опыт судебных тяжб с суперчиновниками. Год назад он вместе с юристом подал в суд на генпрокурора и главу финансовой полиции. История точь-в-точь как с Султановой. Их ликвидировали на дальних подступах к сильным мира. Суд длится уже год, но не в этом дело, говорят истцы. Важно, что таких, как они, открыто выражающих претензии к власти, становится все больше. Чуть-чуть консолидироваться. Ведь каждый приезжает один, а у нас в чем принцип-то управления? Разделяя власть. Вот чем у нас любым путем можно разделить людей. Религией, национальностями, работой, социальным положением, материальным положением. Этим всем пользуется наше государство, наша власть. Вот он, нынешний порядок приема граждан в администрации президента. Общественные приемные во второй половине дня уже закрыты. Только сайт Карима Масимова оповещает, прием ведется до 17:00. Ближайшее общение с народонаселением некоммунистам будет сказано 7 ноября с оговоркой. Записаться нужно минимум за 10 календарных дней.